Итак, всем привет, с тобой я, Зазепа. Я так понимаю, если ты все-таки нажал на этот видос, то у тебя возникли проблемы с убийством босса, так называемого плюща. В этом видео мы разберемся, как лучше всего с ним управиться. Ну, а с тебя лайк, подписка, прожатый колокольчик. Ну, а мы начинаем. Там в эпике вторую часть Харразель Вилвизин раздают, забирайте. Ой, так уже давно забрали. Извиняюсь за эти излишние комментарии видео, но запись данного боя снята с моего стрима, где я, собственно говоря, и расправился с этим боссом. Но это не суть. Как мне показалось, лучше всего против него использовать энергетическое оружие. А именно перед успешным боем с ним я купил доминатор, взял с собой парочку энергокапсул. Доминатор — тяжелая импульсная пушка. Ну давай доминатора сделаю, что. Это вроде как то, что самое оно, то, что нравится этому чуваку, короче. Мясистому. Области. Так, и теперь нужно побольше взять этих энергоячеек. В рабочее время. Динамо. Мне нужно создать расходники и создать здоровье и НАТО. Вот так, подожди. Станут энергию в течение некоторого времени. Так, давай, создаем вот эту фигню. Ну чё, попытка еще одна. Давай еще раз сейв. Как только она там начала раздаваться, там буквально спустя там полчаса, блин, уже забрали. Еще что за дрянь, Колбах? Когда уже пойдешь в Стамбул пальцы качать? Я уже видел этот день раньше. Да вот он зовет меня там поиграть. Именно у него. Она просто не может лежать. Слушай, а прикольная фигня эта энерго. Выглядит эффективно. Аудиторию наберешь. Да. Вот у кота у стримы там Стамбул Гайс, в принципе, там. Так, ну как ты видишь, я пытаюсь крутиться вокруг одной из капсул. Он через нее не может перепрыгнуть. В принципе, это все, что нужно знать о убийстве этого босса на данной локации. Поэтому бери нужное оружие и убивай его по этой же методике. Выбирает много людей на стримах, по 1000 человек сидит. Слушай, ну ему хорошо. Мне кажется, эта попытка может быть удачной. Да могли бы с тобой стримить и пиарить друг друга, записывать ролики и т.д. Сейчас я этого гада завалю, блин. Колбочка, спасай меня! Колбочка сейвит! Только хильнуть, не жадничаю. У него уже почти, смотри, я ему, короче, уже треть здоровья снес. Он крайне живучий, он, блин, переоцененно живучий. Ну давай, какую кнопку? Пробел. Павлю пробел. Давай, 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 сваливай отсюда от меня. Пил. Не жадничаю, не жадничаю. Не жадничаем, пацаны. Делаем все как надо. У меня уже половина здоровья нету. Так, срочно энергию. Энергию пополнить, энергии нет. И башим дальше. Отходим, отходим, не жадничаем. Делаем все четенько. Делаем все правильно. О, что за вонь от тебя? Все, пол хп, пол хп. Отходим, отходим. Блин, живучий, живучий гад, блин. Сложно завалить его. Очень сложно. Если бы не эта камерка, блин, которая здесь стоит, я не знаю, как бы это от него.
Слушай, мне как-то он медленнее стал. Как бы я ошибался. Так, нужно отходить, не жадничать. Чё, Кот, когда будем с тобой играть? Завтра давай. Просто с учетом того, что я еще на работу пойду, поэтому надо где-то примерно в такое же время, как я этот стрим начинал. То есть начинать с тобой играть в комплекте. Так, энергия. И потом хил, сразу хил. Почти готов. Он почти готов. И я почти готов. Мне уже силов нету. Чок. Сейчас бы выжить, обидно было бы. Сейчас будет пикать. Туалет меня выходит. Жить! Пожалуйста, жить! Хочу жить! Не жадничать! Жить! Меня не прикончил, скотина полимерная. Сука! Выйдите из второй колбы. Другой такой же уродец не вылезет. Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта. Дискотека в гараже.